годом! С Новым годом! Подарок на Новый год должен приносить не только радость, но и пользу. Раньше в Старогородковской школе-интернате имени Пурагиной снег приходилось чистить вручную. Теперь уборка будет проходить качественнее и быстрее. Территория у нас сейчас большая, она и здесь, и с той стороны. У нас еще и второе здание. То есть без этого агрегата нам будет очень сложно. Поэтому огромное спасибо за такой замечательный подарок. На этом сюрпризы не закончились. По-настоящему обрадовала ребят Нина Васильевна Гинтова. Помимо снегоуборочной машины, она подарила ребятам экобокс. Благодаря такому подарку школьники смогут выращивать не только растения. Мы хотим, конечно, попробовать ягоды. Вот все-таки всем интересно, да, чтобы это было... Зелень – это зелень, а вот когда на ней цветочки, а потом ягодки, вот это, наверное, самое интересное. Ура! Похлопаем, девочки, мороженое новогоднее! Педагоги тоже не остались без подарков. За большой вклад в оказание помощи нашим бойцам их наградили благодарственными письмами от Совета депутатов округа. Все ждут чудеса перед Новым годом. Это нормально. А мы пришли также с благодарственными письмами, с Еленой Васильевной, для ваших тружеников. Гостей школы тоже встретили, как полагается. Воспитанники подготовили программу и придумали свою версию новогодней сказки. Впрочем, новогодние праздники только начинаются. Впереди воспитанников школы ждет еще много сюрпризов, а они, в свою очередь, готовят новые концертные номера. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».